Телерадиоканал «Страна ФМ» представляет «Города Великой Победы». Специальный проект, посвященный 9 мая. В конце августа фашистским войскам все-таки удалось прорвать оборонительный рубеж. В начале декабря Красная Армия отбросила фашистов от Москвы и перешла в контратаку. Медалью за оборону Ленинграда наградили почти 1,5 миллиона защитников города. Города воинской славы. Города-герои. Мужество, доблесть и подвиги их жителей во время Великой Отечественной войны. 6 по 9 мая только на телерадиоканале «Страна ФМ». Города Великой Победы.